Долгожданная поликлиника в микрорайоне Желебино-Парк уже скоро распахнет свои двери. Строительство детского отделения на улице Летчика Ларюшина завершено. Когда начнет работу поликлиника и как она обустроена, расскажет наш корреспондент. Мы находимся на объекте, новом объекте детской поликлиники в микрорайоне Желебино-Парк. Это новый объект, который прошел сдачу. Сейчас документы находятся на получение, на согласование лицензии. И в конце января уже первые посетители, первые наши малыши придут и получат качественное медицинское обследование. Красная лента перерезана. Строительство завершено. Площадь около 800 квадратных метров с просторными и светлыми кабинетами. Поликлиника рассчитана на 100 посещений в день. Это 6 педиатрических участков. Поликлиника выполнена по последнему слову инженерной мысли. Красочная, красивая. И здесь, я думаю, будет жителям микрорайона приятно приводить детей на осмотр и лечение. Одноэтажная поликлиника вместила кабинеты всех детских врачей. Педиатр, хирург, кардиолог, лор и офтальмолог. Отделение оснащено новым современным оборудованием. Комфортному пребыванию жителей уделили особое внимание. При входе отдельная колясочная комната, предусмотрены игровые уголки и пеленальные столики. Аппарат УЗИ новый, то есть для детишек это тоже хорошее подспорье. В чем оно заключается? В том, что будет проводиться более точное обследование. Также здесь будет принимать врач у нас офтальмолог, хирург. Хирург, у него здесь очень хороший кабинет хирургический, две хорошие перевязочные. Кабинет врача, лор-врача оборудован аудиометрической комнатой. Это тоже хорошо, будет проверяться слух. Если мы ранее отправляли детей на аудиометрию или в Москву, в нашу областную больницу, то здесь мы теперь можем проводить это обследование. Сейчас идет набор медработников и подключение оборудования. Официальное открытие поликлиники запланировано на конец января. Анастасия Кладинова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.